Не то чтобы я пришла подавать документы, но так смотрим, где учатся богатые и знаменитые. Тут, кстати, ходили в церковь, которая посвящена родителям тех основателей. В туалет не попали, но надеемся, что у нас все еще впереди. Пойдем дальше смотреть достопримечательности. Очень много спящих студентов. Вон спит один в клумбе, другой спал в церкви. Мы пока пытаемся определить, это те, которые молятся, чтобы экзамен сдать, или это те, которые просто шли-шли и устали. Первый раз в моей жизни. Подарите все мои итальянские друзья. Дорого, богато, и капустку рядом. Поставлю такие и всю спальню занял. Да, в каком моменте меня как-то не просветлили, что мы снимаем смешное видео. А какое видео мы снимаем? Супер серьезное? Не, мы снимаем. Для General Geographic. Красивое видео. Крепкий орешек попался. Ага. Сейчас он все равно поденет. Все крепкие орешки так или иначе сдаются. Так в жизни бывает всегда. Просто надо применить чуть больше фантазии, чуть больше усилий. Дан. Thank you.
Помаши ручкой. Каждый раз, когда я вижу горы или какие-то стихии, типа океана, я каждый раз понимаю, какой человек милипиздрический, со всеми своими машинами, насосами, хуёсами, интернетом. Темно. Видно, что я иду собственными ногами. То по лестнице, то поближе. Ой-ой-ой.